11 ноября в Институте международных отношений Казанского университета пройдет международный научный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Форум проходит под эгидой секретариата форума партнерства «Россия-Африка». На него приглашены послы ряда африканских стран, а также ученые-африканисты из России, стран СНГ и Африки. Сегодня на международной арене и у Российской Федерации в том числе большой интерес именно к странам как арабского мира, так и к странам африканского континента. Мы надеемся, что данное мероприятие внесет существенный вклад в развитие российско-африканских отношений и в укрепление научного сотрудничества между учеными и специалистами в данных областях исследования. На форуме будет работать круглый стол на тему сотрудничества России со странами Африки.